Мишка Фредди представляет. Пять ночей у Фредди. Метеоритный дождь. А, что такое, пацаны? Бэби, быстро! Это... Метеоритный дождь! А, что такое, Бэби? Что происходит у нас? Это... Что происходит, ребята? Бэйби, что происходит? Это метеоритный дождь! Метеоритный дождь? Надо эвакуироваться срочно! Смотрите, что происходит там. Затопление идет. Всем пора эвакуироваться. Ты вернулся. Посмотри, что у нас происходит. Метеоритный дождь у нас. Бэйби, что происходит? Это... Метеоритный дождь! Fucking slay. Всем аниматроникам эвакуироваться срочно надо. Всем аниматроникам. Опять ты? Так это ты выпустил метеоритный дождь? Да, точно. Все узнали то, что этот вызвал метеоритный дождь. Мы знаем, что АГФ больше нет. Так что надо быстро эвакуироваться. Идет метеоритный дождь. Да. О, привет, Кидс Диана Шоу. Наша королева Ютуба. Ты захватила весь Ютуб? Зачем? А ДД наш где? В смысле нашего ДД нет? Держитесь! Надо просто... Это Сальво Меч? Уже в эту сторону, идиот! Держитесь все! А! Пора надо выбираться отсюда! Оказывается, нам по новостям предупредили, что метеоритный дождь могут к нам прилететь морские бравлеры, которые будет... Морская Браустарская война, которая будет эта война через 6 дней! Что нам делать, ребята? Надо быстро подготовиться к этой войне. Надо создать подводный или плывучий корабль, чтобы сломать у них корабль. Да. Смотри, это тоже. Аниматор Голден Фредди? Еще раз. У тебя аниматор Голден Фредди? У тебя была двойная атака. Я все видела, что у тебя было. Ты был с аниматором Голден Фредди. Ну и метеорит. Все затапливает уже. Пацаны, все затапливает. Вон, ты это видишь? Да, мистер Фредди. Да. Смотри, он полетел меч. Смотри, сзади. О, ничего себе! Надо подготовить наши еще гигантские капсулы. Гигантские капсулы. Нас уничтожать, эвакуироваться надо из-за метеоритного дождя. А то посмотрите, что там еще уже затоплено уже. Вы, вам пришли,
Нет, не пришел. Мы уйдем из метеоритного дождя, и все, и вам будет конец. Агафе, спасай нас. Да, быстро. Помогут нам еще эти капсулы гигантские, которые я заспавнила. Потом вернемся за ними, сейчас мы спасти. Да. Следующая остановка это... Это Владимир. Следующая остановка Владимир. Бэйби, спаси нас! Пока нас не затопили! Да, пожалуйста, Бэйби. Телепортируй нас к вертолету. Мы же в Санкт-Петербурге, а ты в Москве была. Так, моя очередь. О, Монька, ты поместишься? Да, помещусь. Я тоже помещусь. Меня не забудьте. Чинка, ты свои ноги потеряла. Не теряем время. Начинаем взлет. Летим по взлету. Ох, Бэйби, еле мы уже спаслись. Город Владимир нас защищает. Да, посмотрите, какая защита. Там нету ни одного затопления. Вот, все, еле вы добрались. Какую ты миссию сделал? Да, это я, Бобби. Ты куда исчез? А чё я тупой? Я просто увидел какого-то чудика, хотел ему что сказать, и потом был раз и телепотнулся он. В смысле я крыло сломал? Я всё равно смогу починить, потом... Всё, починил. Да. Нет. Да. Еще не подать. А что мы дальше будем делать, если еще морской Brawl Stars еще нападет на нас? Если у нас будет это морская Браустарская война. А. Нам придется создать это. Корабли надо создавать. Эти военные корабли. Еще у Brawl Stars'а будет свой корабль. Кто поможет? У них поможет генерал Гравс? Слышь, он поможет? Он же из Brawl Stars'а. Добрый? Хорошо, что мы его сделали. А то у Brawl Stars у них появился свой капитан корабля. Это Отис. Ага. И будут еще и эти хищники еще животные. Это акулы, осьминог, почтальон и другие. Я не знаю, что делать. Потом мы будем по воде это сражаться. Что тут у тебя кошмарный Бонни? Там какой-то... Какой-то свечение у тебя там светится. Это душа кошмарного Бонни засветилась. Умер. Ну и что мы дальше будем делать, если мы уже давайте забили? О, это что, аниматор Бобби Фредди? Наш призрак? Куда?
Куда исчез? Только посмотрел. Я тебя вижу, АГФ. За что? Ты ничего не попутал? О, где я? Чё это? А это что такое? Чё это значит? Бонни, ты что? Это вертолёт. У тебя чё? Это, кошмарный Бонни память у тебя стёр? Или чё? Я не знаю, чё со мной было. Бонни совсем уже немножко чукнулся вообще. А этот кто? И вы кто такие? Почему вы меня назвали Бонни? Ой, не ту память я стёр. О, теперь я уже знаю теперь всех. Кроме АГФ. Так ты же только что его назвал. Ну сейчас вот это исчез он. Странно, мы его вообще не видели. А я его видел. Ну что ж, продолжаем наше приключение. Спустя 1 минута. Только сделал! Это были морские бравлеры. Чёртовы эти бравлеры, всё надоели. Пора надо создавать это, плавающий корабль. Так нет, это вертолёт. Вертолёт? Да, он будет летать. А они будут на воде, так что... У нас есть, знаешь, сколько шансов? Короче, я хочу сказать, что через 5 дней мы должны сделать корабль. Через плавающий. 6 дней. Да, плавающий, который плавает по воде. У них тоже будет свой корабль. И Дина, и Паула вернулись. Они тоже будут сражаться. Вот же, блин, а. И зло у нас повторяется. Так может быть, что-то убило. Да? И кто вернул их? Мы же сделали для них капитуляцию, чтобы они больше с нами не сражались. А, я понял. Кто это сделал? Это он что ли сделал? Он чё? Он чё? Он теперь зло что ли? Слышь, зачем ты это всё вернул? Ах ты, Гипси долбаный! Чёртовы этот Гипси, всё надоел нам. Отменят дружество с этим долбаным этим лисичком. А проблема. Чё? И чё, ещё Гипси будет с нами ещё сражаться? Надо... Так, надо Так, я должна придумать свой план Б. Как сделать, чтобы у них корабль свой утонул? Мы хотим уничтожить у них корабль. Ух, все, уже убили кукуху, она еще не поехала. Какая кукуха? Вы че врете?